Shirts. Всем привет! 25 марта, день X. Почти 2 месяца прошло с 26 января. Скания Домодедово. Едем мыться. Смотрите, какая красавица, а? 440-я эсочка. Какой цвет! Какая красотка! Сейчас и мы поедем красотку делать. Здрасте, приехали. Не дребезжала никогда. Короче, вчера все-таки расцепился вечером, чтобы сегодня уже не мазаться. Время 7. Болталось что-то. Вчера не барабанило. Сегодня что-то начало. Ё-моё. Какой звук противный, да? Ладно, сейчас что-нибудь придумаешь. Поехали мыться. Оранжевенькая тоже с этой же фирмы. Сейчас смотрю, у них одни Скании. Так, насколько я помню, мойка у них где-то с той стороны. Веломоторс контора. Рыженькая. Ох, тут техники, да? Тут еще такая же стоит. Техники тут сканерской, конечно, очень много. Вон какая красота стоит. Это вон колейка на мойку, да? Поехали занимать, что делать. На следующем повороте поверните направо. Малость проспал. Ничего страшного, чайку попьем пока. Они с 6 мойка работает. Успеем. Торопиться нам абсолютно некуда. Джишек 440-х, он сколько? Обалдеть. О, видите, уже не тарабанит. Чего тарабанило? Пацаны прям с прицепами. Но мы-то без прицепа. У нас только тягач. Короче, ждем. Будем заезжать, пока чайку попьем. Заговорила с утреца. Мы уже прибыли в конечный пункт. Видишь, на мойку заезжаем. Будем мыться. GoPro, стоп-видео. Будем чистый-чистый. Красивый-красивый. А еще как полностью реабилитируют. Вообще огонь будет. Все, помылись? Yeah.
стрижка только началась. Спа-процедуры закончены. Без 10:09. Да, техники у них здесь, конечно, мерено-немерено. Именно тут. Сколько он скамеечек стоит. Всяких разных. Хотите такую, хотите всякую. Парочка приехала на ремонтик. Моделей. Ладно, наверное, к самому прицепу поставим. На следующем повороте. Так, стоянка завершу до ремонта, но это не наш вариант. На следующем повороте поверните налево. Шимаша. Вообще я тебя люблю. Болтовнёй не занималась. Все. Вот помыли. Вчера буксовал здесь. Там лед. Чуть выехал из-под прицепа. Ну что, пошли сдаваться. Вот и наши апартаменты. Что я забыл взять, так это тапочки. Здрасте. Телевизора нет. Но он нам и не надо, у нас ноутбук есть. Так, какую занимаем, без разницы. Ну вот, все. Выписали на неделю. Посмотрим, когда мы отсюда съедем.
Вот она. Уже. Процесс сборки идет. Живот, подножка новая. Бак меняется. Вот уже это новое. Защита. Ну, ё-моё, все шикардос. Класс. Скамеечка. Отлично. Я не знаю, что вот это. Но это вот это, скорее всего, рама. Что-то с рамой. А, это вот эти все уровни выставлены. Равняется рама. Походу. Мы сейчас спросим у мастера. Умничать не будем, но мне так кажется. Можно я задам вопрос? Это рама равняется, да, вот это вот? Вот это, ну, это для выравнивания рамы, да? Я понял. Просто вот никогда не видел, поэтому... Спасибо. А? Ага, вот это вот все, да? Ага. Вот видите, нам разрешили поснимать. Ну класс. Вот все это, да, это все. Просто, ну в моем этом старом понимании равняется рама как? Полностью разбирается под ноль. И потом, а сейчас понятно. Смотри, какое повреждение. Бывает, нет, я согласен, я согласен. Все, класс. Только белое отсняли, уже красное пошло. Черт, я только белое отклепался, блин, за съемок, сейчас красное пошло. Ай, я без этого, я не напрягаю. Дней мы вот в этой в этом люксе отбомжевали. Ну как отбомжевали, это я так образно говорю. Все нормально. Сегодня вторник, 29-е, пардон, 30-е марта. Ну, Скания была готова еще вчера. Ну, вчера к вечеру, там уже поздно вечером. С
скажем так, мы не готовы были ее забрать. Поэтому идем забирать сейчас. Все. Сам шеф здесь. Сейчас туда-сюда. Пойдем отчет начальству. Как мы тут время провели. Короче, пошли встречать. Принимать. И пора ехать работать. Хватит уже тут бока отлеживать. Я килограмм 5 набрал, наверное, за эти 5 дней. День полкило. Ну ладно, один кило, один день мы откинем забег в этот на ВДНХ. Значит, 4. Дурдом, никакого движения. Максимум до магазина и обратно. Ну, правда, болел эти 3 дня. 3 дня тут лежал. Хреновенько было. Весенняя температура самая обманчивая. Ну ничего, уже сейчас все хорошо. Погнали. Там у нас душ. Ну тут майжо. А чем мне 5 звезд? Они выгнали машину? Нет. Я не знаю. Паркуйся, пошли. Это наш прицеп только чистый. Да. Наш. Я прицеп не мыл. Это не наш. Наш вон тот, самый грязный. Не, а я туда смотрю вообще. Наш вон самый грязный, который. Да, вот сюда. На новой такой не была. На новой, говорю, такой не была. А что там? Что ты там смотрел? Все, бак новый. А вон наша дверь старая. Вот наша старая. Да, вот сейчас Анастасия, руководитель отдела кузовного ремонта, расскажет нам по порядку, что мы конкретно меняли, делали. Давайте. Рассказывайте, да? Да. Меняли облицовки бампера, как я ранее говорила, замена фар, замена угла капота. Дверь новая. Благодарю еще раз за всех. Читала все ваши комментарии, что кто-то сало, двери ставят не новые, что там подписывают под замену. На самом деле нет. Дверь все оригинальная. Да, он там старая лежит. Да, дверь старая лежит. Крылья.
топливный бак, задние крылья. У вас были... Так, бак, а заднее крыло все, да, или только? Раз, два, три, да, и трансмиссия. Да, да, да. Тоже полностью mm-hmm. все. Все, что вы видите, это все поменять. Пластики, да, вот все, этот, да, вот этот. Ну тут уже даже покраски нужно определить. Ну понятно, что старая, да. Немножко отдельно. Все новое. Можно запустить, посмотреть, как там фары, не знаю, работают. Ну, сейчас. Да, естественно, фары, да. Да. ПТФ-ка, да. Облицов. Да, здесь понятно. Бампер, насколько я понял, состоит из трех частей. Да, абсолютно верно. Бампер состоит, да, из трех частей. Да, левая, да, облицовка бампера не менялась, но опять же, да, чтобы все это гармонично смотрелось, мы просто не могли выпустить машину в разнотон, мы, соответственно, сейчас поменяли. Да. А так менялись только две облицовки бампера, но я сейчас постараюсь, что в зоне удара. Это облицовка бампера центральная. Там ничего. Там какие-то мелкие. Да, там какие-то мелкие, да. Сейчас. Кстати, вот, вот единственное, что осталось. Ну это ладно. Здесь нужно вот сюда намотать, чтобы вот здесь вот она, когда защелкивается, не дребезжала. Слушай, это в роликах, когда вот это... Вот это вот, это вот. Вот, вот, вот она. Да, я закрою. Не-не-не, подожди. Ну, сейчас открою опять. Вот, послушай. Я так понял. Вот оно. Мне кажется, что все холодильники... Вот это оно, я тебе говорю. Я же его убрал, это. Это не холодильник, это вот это вот. Да, здесь, в принципе, ничего не толкнет, да? Ну, здесь-то вроде как нет. Ну, вот, ну, здесь видно прям новые детали, как-то, да, 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 вот эта защита. Да, можешь посмотреть, все запчасти. Пара вся. Единственное, по-моему, замок здесь капота новый. Да, замок. Замок капота новый, да. Все, что в зоне удара, все, угу, что делается. Потеряли? Да я не знаю, где она. Не, ее тут, ее не было, ее не было. Не было ее? А это от чего? Ну, это монтировка. Или это кабина? Монтаж. Монтажка. Вручную, да? Вручную у нас кабину не подымешь. Нет? Нет. У нас только электро. У нас ручной подъемника нет здесь. Ну, обычно я где-то видел, что задумка... Ну, вон одна часть, вот вторая. Да, задумка такая, что если кабину поднимать, надо вот эти открывать. Ну, не забыли, на этой машине. Чтобы не забыли, а ну, специально ее... Ну, не на этой машине. Вручную здесь не поднимается, здесь только электро. На старых у нас, да, там как раз рычажок специально на ней был. Раз, да, 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 и этой верхней прижимается. Я тебе... Это вот это оно. Я намотаю на этот потом и уберу это. Хорошо, воруй на следующий. Ну да. Может, не попадало в ДТП? Ну да. Да, горит. А, вот.
Друзья, подписывайтесь на инстаграм Scania. Scania Юго-Восток, да, у вас? Да, да, Scania. Подписывайтесь на инстаграм Scania Юго-Восток. Ссылочка будет в описании. Спасибо, Анастасия. Вы вернули нас к жизни. Шеф решил, меняемся. Я на BMW. Смелее. Давай еще назад. Еще. Хорош. Что, меняемся? А? Меняемся? Нет, я на BMW, ты на Scania. Пока нет, да. Так, ну, давай сейчас попросить. Ну, вот это колесо я... Да, мы его поменяем. Я уберу, это наша запаска была, я повешу запаску. Значит, что у нас произошло? Произошел небольшой конфуз. Не то, что небольшой, а большой конфуз. Мы получили направление, значит, на ремонт всей сцепки сюда, Scania Юго-Восток. То есть тягач и прицеп. Scania Юго-Восток Домодедово, сертифицированные, не знаю, дилер, не дилер, но они имеют право ремонтировать. С прицепом у нас точно так же смещение, да, вывернута, да, ось. По ремонту. То есть у нас, как и на тягаче, повело раму, но помимо того, что повело раму... Нет, тут раму не повело. Чуть-чуть повело, я бы сказал. Тоже раму, да? Да, да. То есть помимо этого еще получилось крепление у нас балка, то есть, ну, ось. Mm-hmm. Если у нас на тягаче задний мост целости и сохранности, там только рама, да, здесь вывернула еще балку. Соответственно, балка у нас под замену. И все, что с ней связано, я не знаю. Ну, полностью выкатят, новую вкатят, я так понимаю. Ну, там оно может быть не из навесного, да, там оборудование, просто голая балка, и потом дальше все наше туда перегрузят. Либо она идет в сбор, я понятия не имею. Так вот, значит, это ось эту приговорили, значит, и, ну, по сути, вот три колеса, да, то есть, которые вот в этой стороне были. Соответственно, ну, а все тут насчет палетника, я не знаю, как бы, что там они порешили бы, но мне палетник, честно говоря, мало волнует, потому что здесь мы и сами можем это сделать, покрасить, это не проблема. Ну, да. Главное была вот эта ось и резина. Поначалу, когда мы, там, на месте ДТП, ну, даже сейчас, стоя здесь, визуально не видно сильно, что... Не, вот когда отсюда смотришь, ну, что это, видно. Да, это уже мы знаем, да, да. Начинаю присматриваться, действительно, когда начинаешь, ну, смотреть, как бы, да, то есть, да, она, то есть, ну, как бы, нет соосности, как бы, да, то есть, и у нас резину, вот особенно на той стороне, то есть мы проехали после ДТП порядка, ну, 20 тысяч, там, Миш проехал где-то 1007. И вот Леша в Уську приехал. Ну почти то колесо, оно, да, оно лысое. Получилось где-то 20 тысяч. За 20 тысяч. Ну там стояла БУшка. Ну, БУшка стояла такая. С протектором, да. С протектором еще. Да, вот там стояло примерно вот такое колесо, какое у нас сейчас стоит вот здесь. Да. Вот, сейчас, что от него, вот что от него осталось. Да, выглядит вот так. Поэтому, возвращаясь к теме ремонта. Получилось так, что мы получили направление сюда, должны были сделать. В моменте согласования между Scania Юго-Восток и страховой компанией Ингустрах, что-то они там не договорились. То ли по скидкам, то ли еще, я не знаю, ну, скорее всего, по цене, и отменили ремонт прицепа здесь. И как нам сообщили, что нам дадут новое направление. И, вероятнее всего, это будет легат-сервис. Кёгель. Кёгелевский, да. Где мы прицеп брали. Дилер, где мы, собственно, да, забирали, приобретали прицеп.
должны, значит, нас туда направить. Но пока официального уведомления я не получал, это все так на уровне разговоров, но это все очень печально, потому что это получается, что нам надо еще раз туда привозить машину пустую. Понимаете, это очень сложно, да? Одно дело, когда ты с грузом проезжаешь в Москву, можешь заехать, как бы, да, показать. А другое дело, что надо специально туда приехать пустые. То есть подстроиться, то есть перевозки вот под то, что приехать в Москву, выгрузиться и поехать туда. Значит, чтобы они сделали бы дефектовку, опять как-то согласовывали бы финально это все со страховой и дальше назначили бы нам день. То есть, по моим меркам, это займет еще месяц минимум. Я более чем уверен. То есть, получается, что нам месяц надо ездить. Ну, придется покупать еще один комплект. Правда, можно ПУ купить. Не, наверное, может не надо покупать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Да, есть, может быть, доездим. Сейчас вот это снимем. Нам еще надо будет как-то... Ну, у нас вот запаска. Запаска у нас... Нормально. Ну, немножко будет отличаться протектор, конечно, от той, от того. Ну, что делать? Сейчас поставим его сюда, а это положим на запаску. Да, конечно, все это очень обидно, жалко. Да, все бы сразу одним махом сделали бы. Мы там надеялись, что нам все сделают и все, будем спокойно поработать, но нет, сейчас придется с этим прицепом перевозить. Ну и в конце немного о грустном. Вот, друзья, скажите, вот как работать с этими табуретками? Вот как? Вчера подписали заявку грузиться здесь с Подольска на Усть-Каменогорск. Все отлично, подписали. Сегодня нам где-то в районе часов 11 заявляют, извините, а грузиться нужно было либо сегодня, но, скорее всего, завтра. Так, вообще загрузка на завтра, но можно было типа загрузиться сегодня. Говорит, извините, груз не готов, переносим на пятницу. Ну, пятница нас не устраивает, сегодня вторник. Так, в авральном режиме быстренько посмотрел шеф. Была погрузка на нижних бестях и на... Ой... Короче, не доезжая Нижнего Бестяха на Якутию тоже. Но что-то прикинули. Это и так уже месяц работаем. Ну, я работаю. Как бы, что еще туда на 3 недели, минимум 3 недели, а то и 4 уезжать. Решили, ладно, так далеко не будем. Вроде ничего так, поставки, как читав. Погрузка завтра, выгрузка понедельник, все окей. Вот сейчас, пока мы тут у шефа сидели с документами, разбирались, приходит сообщение. Извините, груз не готов. Хотя заявка опять подписана. Ну вот как? Вот когда в этих заявках будет прописано, что так, самое что интересно, если мы срываем загрузку, нам штрафные санкции. Если табуретки срывают загрузку, штрафных санкций никаких. Ну как так? То есть мы с ними договорились, все, мы ничего больше не ищем. По итогу готовы были завтра ехать грузиться здесь, с Домодедово должны были на Кокчетав. Все прекрасно, все хорошо. Уже договорились здесь на Скании, что будем здесь ночевать. Извините, груз не готов. Вопрос, зачем вы все это делаете? Ответ, хрен его маму знает. Вот, короче, ну все равно однозначно ночуем здесь. Скания и Юго-Восток любезно разрешили переночевать на их территории еще до завтра. Что-нибудь завтра, до завтра, до обеда найдем. Понятно, что стоять не будем, что-нибудь найдем. Но сам факт, что вот две заявки подписали уже. Все, вот они у меня на руках были. Ну, телефон прислал шеф. До свидос. Вот так. Работайте как хотите, называется. Дня. Прорвемся. Все. Всем пока. Пойду вещи. В принципе, я сегодня там переночую. Чего мне тут в кабине ночевать? Там уже все расположено, разложено.
И завтра уже будем что-то тут. Куда-нибудь поедем.